Мы создали первый в мире баскетбольный мяч со смещенным центром тяжести. С виду обыкновенный мяч, но это совсем не обыкновенный мяч. Куда будет отскок, трудно предсказать. Ну и полет тоже. Но, в принципе, такая вот интересная вещь. Это экспериментальный баскетбольный мяч. Целая неделя ушла на то, чтобы изменить внутреннюю камеру снаряда. И вот результат. Посмотрите на отскок обычного мяча. А теперь взгляните на отскок мяча со смещенным центром тяжести. Разница всем видна. Сегодня в Challenge Battle вступают защитник Трент Фрейзер и форвард Игорь Вольхиен. Посмотрим, у кого получится обхитрить чудо-мяч. Проигравший будет мыть пол в штрафной. Поехали! Всем привет, это Игорь Вольхиен. Сегодня мы с Трентом зарубимся в челлендже с этим удивительным мячом. Трент Фрейзер, let's go! Первый раунд. Змейка. В первой зоне игрокам необходимо пройти 6 конусов, интенсивно стуча мячом в паркет. Побеждает тот, кто быстрее пройдет. Победителю начисляется 1 балл. Yo, this is hard. Yeah. All right. Oh. All right. В принципе, могли дать обычный мяч, у меня бы ничего не поменялось. Йо. Да я говорю, мне бы с обычным мячом то же самое было примерно. То могли бы ничего не пихать туда. Второй раунд. Контроль. Игрокам в зоне 2 на 2 метра необходимо контролировать мяч на протяжении 24 секунд. Кто продержится, тому заслуженный 1 балл. How much seconds was that? That ball is weird. Super, поехали. No, Igor, you can't just, you gotta do hey, style moves. You'll do the same. Yeah. You can't double, that's... Hey. Третий раунд. Фристайл. Все просто. Кто дольше прокрутит мяч на пальце, тому начисляется 1 балл. Игрокам дается 5 попыток на реализацию. Doesn't matter, eh? All right, here we go. This is too hard. It's hard, right? There you go. Boy, the ball is crazy. А теперь переходим к главному. Четвертый раунд. Штрафные броски. Сложность повышается, а значит и стоимость баллов. За каждое попадание 2 балла. Каждому дается 5 бросков. Yeah, you are. No dribbles. No dribbles, bro. Oh! No, it's the ball, bro. It's the ball. Yeah, I know. I need to make this. Two, Damn. Пять. Yo, that ball is the ball. It's like spinning. Yeah, I told you, bro. Да, конечно. Uh-huh.
You see, sometimes you shoot the wrong side. It's weird. Oh no. Yes. 1-4. Oh, you got one more? Yeah. No way. Winner! 2-2. 2-2. No. 2-2. Пятый раунд. Трехочковые. За каждое попадание целых 3 очка. Все или ничего. I'm my airball. Igor, we might not make 1-3. It's actually hard. Give me. There go one. Yo, that is hard. That is impossible to make. I can only make one. It's too hard. Не, я буду он оттуда. What? No way you make more. Oh. 1-3, а? No. 1-4. I told you, it's hard. А теперь узнаем мнение наших игроков о мяче со смещенным центром тяжести. Ну, тебе тяжело было с этим мячом. Я так понимаю, в него что-то туда засунули, чтобы поменяли там все его, и центр тяжести, и вращение у него другое. Чуть было тяжело, но интересно в то же время. The ball bounced different many different ways. It was very challenging to hang on to it, but I thought it was pretty fun to compete with my pal here. But yeah, it was fun. The ball was a lot of fun to bounce. I won the challenge today. I beat this guy behind me. It was a lot of fun. Now he has to clean up after me. Thanks. Excuse me. Sorry. Bye, bye, guys. Держите полы чистыми. Пока-пока. С вами был Зенит. Кого бы вы хотели увидеть во второй части челлендж с таким мячом? Пишите в комментариях. До встречи!